С понедельника по четверг. Чё наряжаешься-то? Для зэка своего, что ли? Лучше бы о сыне своем побеспокоилась, а не о чужом мужике. Он мой муж. Несмотря ни на что, они верили и, наконец, дождались друг друга. Ты думаешь, это хорошая идея сюда переехать, а? Все будет хорошо, не расстраивайся. Да лучше бы я в тюрьме сидел. Казалось, уехав в глушь, можно забыть боль и начать все сначала. Я слышу, у вас работа есть. Вот к нам работник пришел, посмотри какой. Давно я таких мужчин не встречала. Что ж ты раньше-то мне не встретился? Походу на тебя глаз положила. Но каждому хочется иметь свое счастье. Я в жены не напрашиваюсь. Согласна быть просто любимой женщиной. В поселке слухи ходят, что у тебя роман с Натальей. Ну какая Наталья? Это моя жена, не лезь к ней, понял? Здесь все просто. Здесь люди живут сегодняшним днем. К любовнику поперла. Я тебя сейчас убью, шоу. Он все равно от тебя уйдет. К тебе? Ко мне. Не надо все усложнять. Простая жизнь. С понедельника по четверг. На ТВ Рус.